Девушка, вы такая милая, культурная. Этому меня научила мама. Но вы такая беззащитная, сейчас я вас ущипну. И получишь ногой в глаз. Этому меня научил папа. У тебя такие красивые локоны, наверное, от мамы. А нет, это от папы. Потому что у него на голове ни одного волосика не осталось. Услышала, что у стильной женщины машина и обувь должны быть одного цвета. Купил себе желтые сапоги, чтобы хорошо подходили к маршрутке. Небывалые наводнения обрушились на северо-восточные районы Гаити. В борьбе со стихией было решено использовать колдунов и экстрасенсов. В настоящее время 3000 колдунов уже роют дренажные каналы. Экстрасенсам выдаются лопаты. А скажи, Петруха, почему ты так часто посещаешь со своей женой ночной клуб? Потому что это единственное заведение, которое еще открыто, когда моя жена заканчивает готовиться. Русский турист ездил. В Турции по путевке все включено. Когда он приехал, коллеги его радостно встречают. Ну что, Петрович, как дела? Как съездил? Что-нибудь помнишь? Липтико. Ну что, где был? В больнице лежал. А, бандитская пуля? Скорее, бандитский творог. Получил техническое задание за полчаса до полночи. Срок сдачи до 12:00 следующего дня. На языке менеджеров это называется «У вас было 2 дня на работу». Липтико. После 5 огнестрельных ранений в руку и 3 ранений в ногу лейтенант Петров еще выжил. Конечно, выжил. Стрелял-то он. Петруха, ты чего такой грустный? Но я вчера йогурт ел. Он мне что-то сразу не понравился. И название у него какое-то стрёмное. ПВА. Если поменять местами 2 буквы в слове «сковорода», получится «скоровода». А если поменять местами 2 буквы в слове «сковородка», получится еще оптимистичнее. Интуитивно понятный интерфейс – это такой интерфейс, для работы с которым нужна недюжинная интуиция. Липтико. Как определить, где юг? Нужно посмотреть на дерево. Если дерево пальма, значит здесь юг. Уровень моей осведомленности о современных певцах. Начинаю смотреть клип, не зная, кто из этих людей сейчас начнет петь. Если вы перейдете по ссылке в описании этого видеоролика, вы можете послушать в непрерывном режиме все анекдоты. Но если вы слушаете это в социальных сетях, вам сначала надо будет кликать на значок YouTube на экране, который появляется при наведении курсора. Подписываемся, кликаем на колокольчик,